Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, номер 38. Объясните, как разделить число 24 в отношении 1, 2 и к 3. Мы знаем, как разделить число в отношении, где есть два члена отношения. Мы делали номер 37, номер 36. Разделить число 24 в отношении 1, 2, 3 точно так же, как если бы были два члена отношения. Надо сначала 24 разделить на сумму членов отношения, а это значит 1 плюс 2 плюс 3. Это равно 24 разделить на 6, а это равно 4. И потом результат, то есть 4, умножить на каждый из членов отношения. То есть умножить на 1, умножить на 2 и умножить на 3. Мы найдем 3 числа. 4, 8 и 12, которые будут являться делением числа 24 в отношении 1 к 2 и к 3. Так можно разделить число в любом отношении. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.